Здравствуйте, Андрей. Андрей, спасибо вам за возможности. Вопросы про обряд. Можно ли участвовать в обряде с телефона? Можно ли его проходить не участникам школы? Можно ли беременным? Можно ли пройти вместе с дочками? Или необходимо платить за участие отдельно? И сколько приблизительно по времени будет проводиться обряд? Обряд будет проводиться примерно, наверное, часа два, может быть, два с половиной. Проводить его с дочерью или с мужем, или с близкими можно, с подругами нельзя. Если вы с подругами вместе, то тогда каждая из подруг должна заплатить за этот обряд. Что, о каком обряде идет речь? Скорее всего, идет речь об обряде Золотого Будды, который я буду проводить 22 мая в субботу в 14:00. Обряд из цикла «Обряды Кагью из тантры. Дворец небесных драгоценностей». Он делится на две части. Это устранение нищеты, болезней с преподношением, неким построением алтаря, преподношением заболеваний и так далее, гневным духом, долгам, там, очищение кармы. И второе — это построение некой мандалы, даже не мандалы, правильно, янтры Дворца небесных сокровищ, где выстраивается два бога. Это Дзамбала, который находится рядом с Авалокитешварой, и называется «Увеличение материального благополучия, благословения» через построение с помощью мантр определенных мандал просьб, янтр просьб. Вот так нужно правильно говорить. Янтры, мандалы. Итак,